Добрый вечер. Как помочь сыновьям отградить от тюрьмы? Уже неоднократно хочет поменять имя и фамилию. Может, это может он надеяться? Помогите, ученица, вторая ступень. Есть такие люди, которые для себя выбирают путь. Этот путь звучит так. Они начинают видеть в других людях не людей, а мир создан по образу и подобию Божьему. И не Бога, как большинство учеников школы Кайлас. Они начинают видеть в других людях лохов, уродов, дебилов, свиней, сволочей, нах был и так далее. То есть это точно. И после этого слушают песни. Они могут слушать песни, смотреть кино, там, в которой есть лирика. Там, и Сизый полетел по лагерям, он иначе там никак не мог. Отсижу свой срок до сентября, и потом увеличится мой срок. Знаете, это ж лирика, отлично, мечты такие. А может, чьим-то взором взгляд ляжет и на мне, и может, под забором найдут ножом в спине. Послушайте, очень хорошая память. Откинулся братуха по кличке Барабан. Конечно же, если у человека есть мечта, и он считает, что в его мечте самые лучшие люди – это такие, как и он, то ему самое место не среди людей обычных, а в месте, где он не будет страдать от такого большого количества лохов. Эти лохи, эти уроды, эти ублюдки, эти дебилы, и после этого нормальные все пацаны по понятиям сидят в тюрьме. Тогда где должен находиться этот человек? Среди нормальных. Обычно там и находятся. И после этого они находят место среди нормальных людей. Тогда что вы от меня хотите? Тогда как я могу поменять мировоззрение этому человеку, если оно уже четко сформировано? Тогда что нужно сделать этому человеку? Его необходимо перестраивать. Дайте ему первую ступень, пусть начнет вникать хоть немножко. Я же там все рассказывал.